Кирьят-Ями отметили один из самых древних праздников еврейской традиции. Название праздника буквально переводится как 15-й день месяца Ав. Подробности в нашем репортаже. Ту-Биав не является официальным праздником, но его широко отмечают многочисленными культурными мероприятиями. Уже не первый год торжества по этому случаю 15-го Ава проводятся на севере Израиля, во многом благодаря усилиям заместителя мэра города Адама Амилова. С его подачи ежегодно организуются праздничные вечера при поддержке отдела Алии и интеграции местного муниципалитета и мэра города Давида Эвен-Цура. Нам сказали не делать этот Ту-Биав, сказали не делать, потому что тут будет война. Я сказал, что мы в Кирьят-Яме будем справлять этот праздник обязательно, несмотря на все угрозы. И ни на один день, ни на одну минуту я даже не сомневался, что этот праздник у нас будет. Что мы вот так встретимся все вместе и будем отмечать День любви вместе в Кирьят-Яме. Спасибо вам, что пришли. В этом году музыкально-развлекательный вечер был организован в одном из городских ресторанов. Среди гостей были и многочисленные представители горской еврейской общины Кирьят-Яма. Ту-Биав стал символом объединения еврейского народа, так как он ознаменовал отмену запрета на браки между различными племенами Израиля. Каждый год мы отмечаем этот праздник вместе с жителями Кирьят-Яма. Сейчас, в данной ситуации, как никогда, очень важно это объединение, потому что народ Израиля един и непобедим.